Тимур является отраслевым экспертом со своими наработками, профессиональными знаниями и глубокой экспертизой по многим вопросам и пониманием рынка. И этими знаниями и опытом мы готовы поделиться с нашими клиентами, как существующими, так и потенциальными новыми. На рынке постоянно же происходят изменения, и мы считаем важным информировать наших клиентов об основных тенденциях и перспективах этих изменений. Считаем, что вебинар – отличный пример цифровизации процессов коммуникации с нашими клиентами и отличная площадка для достижения этих целей, которая предоставляет всем нам возможность делиться с большим количеством участников рынка нашим опытом, а принимающие участие получить ответы на все интересующие их вопросы от компании Сибур, эксперта в своей отрасли. Вебинар для меня несет прежде всего образовательную функцию. Мы постарались его сделать интересным для людей с разным уровнем подготовки, как для профессионалов, так и для любителей. Цифровой формат, он позволяет как расширить зону охвата, так и использовать дополнительные возможности задавать вопросы, общаться друг с другом, участвовать в вопросах, которые мы подготовили. Рынок пластификаторов для ПВХ в России дефицитный. Значительная часть пластификаторов импортируется из Европы, из Азии. Сибур – единственная компания в России, которая обладает ресурсной базой для начала производства нового вида пластификатора, что позволит перейти от импортирования к экспортированию данного вида ресурса. Остановлюсь на трех основных отличиях DOTF от большинства других применяемых в тех же сегментах пластификаторов. Пониженная летучесть, что означает больший срок службы готового изделия, лучшие низкотемпературные свойства, а также расширенные температуры эксплуатации, что немаловажно, например, для кабельной продукции. Одним из важных преимуществ перевода вашего производства на бессалатный пластификатор DOTF в производство компании Сибур является стабильность. В первую очередь, это стабильность качества, которая гарантируется нашим лицензиаром, южнокорейской компанией Young Petrochemical. Кроме того, это стабильность поставок сырья, поскольку Сибур полностью интегрирован в собственное сырье. Мы производим 2-этилгексанол и терефталевую кислоту. Также немаловажным является опыт компании Сибур. Наша служба технической поддержки готова оказать любую помощь по внедрению пластификатора DOTF в ваше производство.